как бы с ними существуем рядом, поэтому так. Пробуем. Новый год отрываю первый лист календаря. Снова праздник наполняет нам сердца. Даже глазом не моргнул, кто проснулся, кто заснул. Глядь в окно, а там июль. Так летят в бесконечной суете наши года. В щель посматривает счастье иногда. Лишь когда без сил упал, взгляд на дате задержал, и под ней ты прочитал, что сегодня именины у Андрея и Марины, у Петра и Екатерины. Именины, именины. Если вдруг ты загрустил, нет для радости причин, непременно отмечай день именин. Ежедневно отмечай день именин. Повод есть, так спеши скорей, поздравь своих друзей. Теплых слов и пожеланий не жалей, ведь без них нам никуда, как опора без моста. Никому не нужна. Сколько лиц взад вперед в толпе мелькают, там и тут, как глаза от них порою устают. Впрочем, вот какой нюанс, есть везде даже сейчас именинник среди нас. Ведь сегодня именины у Сергея и Ирины, у Максима и у Инны. Именины, именины. Если вдруг ты загрустил, нет для радости причин, непременно отмечай день именин. Ежедневно отмечай день именин. Завтра именины, так что если загрустил, нет для радости причин, непременно отмечай день именин. Ежедневно отмечай день именин. Так, ну тут у нас есть люди смотрящие. Люди смотрящие. Как слышно, уважаемые зрители, расскажите. Включил в декабре полусонный режим. Если кто позвонит, отыщу 100 причин. Чтобы мне не вставать, никуда не лететь. И чуть-чуть свысока мне на мир посмотреть. Целый день напролет я гоняю кино. Не расходую свет, экономлю тепло.
зимой. Звучит красиво. Красиво, ну, самое главное. В наше время непростое. Хоть красиво звучит. Да, тут спрашивают, есть ли возможность потом посмотреть записи. Да, записано. То, что... Можешь приветы передать? Да, я буду передавать, потому что я хотел тут несколько песен спеть, которые как бы как приветы идут. Ну что, мы тогда сначала... Давай среднерусскую. Это привет Володе Рыжову, который тут рядом. Я знаю, что эта песня его вдохновляет иногда. Но больше тут никого нет. Ну, поскольку он, да, выступал, он остался послушать еще один творческий вечер. Да нет, идея творческого вечера, на самом деле, у меня такая наслывает только раз в 5 лет обычно, потому что вот 35 лет мне было, ну, соответственно, 5 лет назад, и решил сделать что-то. И в этом году тоже уже вот 40 исполнилось, поэтому надо как-то было отметить, но поскольку вот такие у нас условия сейчас, получается так. Ну, кстати, вот этот привет такой странный немножко, но тоже, может, ну ладно, посвящу Володе, про это не буду говорить. Кому интересно, может почитать, у меня, в общем, написано об истории этой песни. И тот человек, которому это посвящалось, он присутствовал 5 лет назад на концерте, а сейчас уже его нет с нами. Тебя.
нас твое крыло. Стараемся как-то чередовать, конечно, веселые и грустные, но как-то грусти побольше все равно. Yeah.
интересно, грустный. Что-нибудь грустнее. Кстати, а вы-то не хипстеры? А спрашивали что, опять спрашивали? Нет, просто Володя спрашивали. Да какое-то слово, оно вот что-то как-то мимо нас прошло. Может, мы это шили? Не знаю, что имелось в виду, но почему-то решили. Может, потому что желтые кофты? Может, да. Но круга вы не будете пить. Квадрат. В принципе, как это? Приходите на улицу, на нас посмотрите. Ну, если когда теплый сезон будет, все закончатся, все болезни. Вот, там можно попробуем. Там договоримся. Не, ну мы договоримся. Это у нас был случай на улице, когда человек подходит, называет какую-то песню сыграть. Мы такие, ну, играем нашу, одну из тех, которые мы постоянно играем. И он такой довольный, как будто мы сыграли то, что надо было ему. А я не знаю, может, он это и заказывал. Очень было весело, когда он такой, о, то, что надо. Совпадение. Главное настроение. Лето красное отшумело, птичка робкая песню спела об ушедших днях моих детских, о мгновениях счастья редких сквозь туман густой, думы злые испокон веков, пути в России через тернии, через слезы и в палящий зной, и в морозы к Царству Божьему по бездорожью с крестной ношею. Сердце молится, духом греется, сна все стерпится. Сейчас попробую, наверное, как получится. Сейчас.
людям. Как песня называется? «Лето красное»? «Стерпится». Вот тут Юлия спрашивает. Песня очень... Сейчас, ну да, поскольку будем так разнообразить. Песня очень хорошая. Спасибо. «Стерпится», да, называется? Да, Сейчас привет более таким людям близким. Да я, наверное, это чита Шубиных, Саши и Света. Вот когда-то я побывал у них на квартирнике в свое время в Питере. Песня такая какая-то немножко странная получилась. Ну, обстановка странная, но она веселая, она радостная, как бы все было очень хорошо. Перейду в Старомосковье. На наш этот.